naturel et dans chaque créature. Toujours. Kahirapan at di maiwasan. Mabuti pa kaya matulog ka na lang at baka sumakit ang tiyan. Ang araw ko'y nabubusisi, ako ang nasisisi, bakit pa sila ganyan? Ang pera ko ay di makasya, hindi makapagsine, at ayaw namang dagdagan. Ubus na rin ng beer, kaya kape na.
Thank you.
находимся в эпицентре тайфуна в данный момент. Находимся в центре Филиппин, на острове Себу. Как? Ну, Мактан, хорошо, Мактан. Как видите, за окном. Мы ведем прямую трансляцию с Филиппин. Тайфун. Самый мощный за 22 года. Посмотрите, как наклоняется. Иоланда, сегодня мы не ныряем. Собственно, как и вчера сбежали с острова. На улицу выходить нельзя. Очень интересно в отеле проводить время, в котором все заколочено. Сидим, тупим, читаем книжки. Я изучаю учебник. Мне скоро экзамен сдавать. Теоретический. Что тут еще можно сказать? Владимир! Привет! Мы интервью даем с отеля «Пересорт». Я не знаю, как это сказать, но на улице творится кошмар какой-то, да? Все запечатано, никуда не выпускают, еды нет, ничего нет, рома нет. Так что вот, как-нибудь мы это дождемся, не знаем, сколько будет тайфун этот. Мы находимся в эпицентре одного из самых мощных тайфунов в этом году. Тайфун Хайян. Северная Себу, Филиппины. Пожалуйста, сейчас уже, конечно, потише все стало. Но мы ждем. Ждем самого приближения пика этого тайфуна. Конец. Филиппинс, friends. Пару вопросов, да, как? Just call me Bailo. NBA, Bernas, NBA. Beer Resort, player of the Beer Resort.
Из аварии на Чернобыльской атомной электростанции в городе Крепости складывается неблагоприятная радиационная обстановка.